Дорогие харьковчане, дорогие наши ветераны, в Харькове есть традиция. Каждый год, День Победы, мы ходим с вами на мемориал, возлагаем цветы, отдаем дань памяти, уважения и частичку, наверное, нашей души тем людям, которые погибли во Второй мировой войне. И сегодня впервые мы не пошли с вами на мемориал. Не пошли, потому что российский агрессор, наш враг, обстреливал мемориал. Начиная со своего детства, я со своим отцом ходил туда. Каждый год. Потому что мой отец прошел всю войну. Потому что он боролся с фашизмом, как и многие-многие другие харьковчане, украинцы. И, наверное, в страшном сне ни один из них не мог подумать, что спустя многие годы их внуки, я имею в виду людей, которые сегодня в России, внуки тех, которые плечом к плечу защищали родину от немецко-фашистских захватчиков, придут в Украину и будут убивать нас. Тот подвиг, который совершили наши отцы и деды в те далекие годы, сегодня совершают наши героические защитники. Но сегодня я хочу поздравить вас всех с праздником, особенно ветеранов, с Днем Победы, пожелать вам всем крепкого здоровья, счастья и, самое главное, всем нам мирного неба над головой. Мы обязательно победим! С праздником! На всіх малюнках найулюбленіше місто на землі – Харків.